В детской школе искусств города Видное состоялся гражданский форум, организатором которого выступила региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области. Главная цель – познакомить гостей мероприятия с культурой Азербайджана и обсудить вопросы взаимодействия наших народов. Это действительно очень важно, ведь всегда встречаться, говорить об этом, предоставлять площадку для демонстрации каждым этносом, каждым народом своей культуры. Это нас всех объединяет, и это способствует укреплению гражданского согласия в нашем обществе и вместе с тем вносит огромный вклад во взаимообогащение наших культур. В фойе все желающие могли попробовать национальную кухню. Гости форума осмотрели выставку, где были представлены старинные предметы быта азербайджанцев 17-18 веков. Более подробно об экспонатах можно было узнать у Тияры Велиметовой, педагога с 30-летним стажем. Также дальше следуют у нас книги Гидара Алиевича Алиева, дальше это азербайджанские народные сказки, потом идут сувениры. И особый сейчас праздник, называется Навруз-Байрам, мы сделали вот такую зеленушку, как бы символ праздника, символ весны, символ солидарности, ну, всех народов, живущих у нас в России. 20 марта азербайджанцы отметят один из своих главных праздников – Навруз-Байрам. Праздник Навруз – это праздник весны, праздник дружбы, консолидации. И хотели быть в этот день вместе с нашими азербайджанцами Ленинского района. Перед собравшимися выступил глава городского поселения Видное, уроженец Баку Моисей Шамаилов. Сегодня мы очень много говорим о национальных связях и отношениях, о том, чтобы каждая нация могла и имела возможность развиваться, нести свою культуру, обмениваться культурой и опытом, в том числе с народами России. На форум были приглашены представители национально-культурных организаций, общественной палаты и совета ветеранов Ленинского района. Каждый в формате свободного микрофона мог высказаться и предложить варианты взаимного сотрудничества. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.